Так, начинаем съемки. Заваливается телефон. Заваливается. А, нет, стоп. Кадр влетает. В кадр влетает замечательный Embraer 190. Вот так. Стоит вот так. Так, ну что, я более-менее по центру. Это Air Astana Fan Club. Меня зовут Герман. Я приветствую вас. И вы смотрите наш еженедельный выпуск. Ну что, полетели? Итак, как вы могли заметить, на прошлой неделе мы не выкладывали видео обзора новостей Air Astana. Это было связано с тем, что у меня просто физически не было времени. На выходных я отсутствовал в городе, и у меня не было возможности снимать здесь дома в импровизированной студии. Но проблема еще была в другом, что у меня просто не было места в машине, чтобы взять с собой штатив для телефона. Вот, а снимать на камеру, держать телефон в руках целый выпуск, это довольно сложно. Вот, а в машине реально не было места для штатива, мы ездили за город с палатками в кемпинг, поэтому снимать возможности не было. Что касается этого выпуска, то сегодня также не будет обзора новостей Air Astana. Зато будет кое-что поинтереснее. Что будет сегодня в выпуске, вы уже знаете из названия этого выпуска. Вот за что я не люблю YouTube, так это за отсутствие интриги. Перед тем, как смотреть видео, ты уже знаешь, о чем оно будет. Итак, переходим к обзору дорожных наборов Air Astana. Вот набор раз, вот набор два. Мы их будем сравнивать. Вот. Эти наборы были на борту до 2019 года, эти наборы на борту были весь 2019. Сегодня мы будем сравнивать наборы, дорожные наборы из эконом-класса Air Astana, которые были, по-моему, до конца 2019 года. И мы будем сравнивать их с наборами, с дорожными нам... Так, ну что ж, у меня прекрасное настроение. Будет много ляпов. Когда у меня прекрасное настроение, значит будет много ляпов. Итак, мы будем сравнивать сегодня дорожные наборы Air Astana, которые выдавали пассажирам в эконом-классе на международных рейсах. Первый вариант наборов в войлочной упаковке, их раздавали вплоть до конца 2019 года. И второй вариант это наборы, которые начали раздавать в эконом-классе на международных рейсах Air Astana в 2020 году. У них бумажная экологичная упаковка. Здесь экологичная упаковка и здесь экологичная упаковка. Но в чем же разница внутри, мы сейчас и узнаем. Итак, ну что же, первый набор будем обозревать. Вот этот. Эти наборы были на рейсах Air Astana до конца 2019 года. Единственный минус этих наборов был в том, что они подавались в таких пакетах, ну то есть пластиковых пакетах. Это был, конечно, минус. То есть это упаковка экологичная, войлочная, такая очень приятная на ощупь, тоненькая. Вот, но сами они были упакованы в пластик. Это, конечно, была ошибка, я думаю, компании в плане политики и экологии. Вот. То есть, ну, упаковывать их в пластик, я считаю, было просто излишне. Вот. Ну давайте, значит, открываем. Я этот набор, я вскрываю его первый раз. То есть просто я его распаковал из пластика, он у меня хранился без пластика, я его вскрываю первый раз. Вот, значит, что там внутри? Так, вот. Пусто, пусто. Значит, мои руки обозревают. Ну давайте. Носки. Трынь, 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 трынь. Носки. Носки. Ну, носки на рейсах Air Astana раздают очень давно, это давнишняя история, всегда их раздают, они без пятки, на любой размер, хоть на 5-й, хоть на 49-й. Расческа. Так, ну расческа такая одноразовая, в принципе, если вдруг вам после рейса нужно причесаться, навести марафет, то в самый раз. Ну, или многие люди их просто бросают себе в сумку и при необходимости, ну, довольно удобная вещь, особенно парням, так вообще без проблем. Раз-раз и все. Так, очень мне нравятся вот эти маски, которые у Air Astana вот с такими надписями. Очень круто, не беспокоить, вот, классно. Мне очень нравятся, они постоянно в наборах присутствуют, и эта надпись очень крутая, потому что не все авиакомпании на самом деле до этого додумались. Вот. Ну, конечно, эта маска может не работать в том случае, если вы спите у окна и прямо повернулись лицом совсем в окно, вас все равно никто не увидит, но сама идея прикольная. Зубная щетка и паста. Ну, это вот у меня, допустим, сестра и мама очень любят все эти темы. Вот такие маленькие пасточки постоянно с собой носят, оставляют себе из этих дорожных наборов, очень удобно. Ну, щетки эти, конечно, они одноразовые,
Вот. Но это очень приятно, что можно в аэропорту почистить зубы, если у вас утренний рейс, например, вы прилетаете рано утром. Очень удобно. Не нужно искать у себя щетку в багаже. Беруши. Ну, кто-то ей пользуется, я не пользуюсь. Вещь очень полезная. Тоже иногда бывает необходимая. А ложка. Ложка для обуви. Вот. А маленькая. Ну, тоже нужная хозяйственная вещь. А ручка. Ручка Аэростана. Вот видно, да, что это надпись Аэростана. Удобная вещь. Обычно ее используют все при заполнении этой миграционной карточки. Так, ну и последнее. Крем для рук. Вот в этом наборе были крем для рук. 5 мл крема для рук. Вот и все. Вот и весь наборчик. Приятно? Приятный наборчик. Вот он. Все. Мы. Первый набор. Дан. Первый набор. Разобрали первый набор. Наконец-то. Все. Дальше следующий набор. Знаете, что мне больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось, как снимать носки. Так вот их подергать. Прикольно. Такая домбра такая. Мы снимаем выпуск для фан-клуба Air Astana. Мы такие красавцы, делаем обзор на дорожные наборы Air Astana. Скоро ночь на дворе, а мы все снимаем. Каков из меня Акын? Нормально? Пойдем? Ставьте лайки, подписывайтесь там. Ну и оцените мой акыни, мой акынизм. Так себе, по-моему. Ну, я трезво себя оцениваю. Так что с этим проблем нет. Так, ну что, вот делаем обзор на второй набор Air Astana. Экологичная упаковка, бумага. Эти наборы начали раздавать в 2020 году на международных рейсах, так же, как и предыдущие наборы. Вот, ну и давайте сравним теперь. Откроем. Вот он, теперь он еще запакованный, видите, я его тоже не распаковывал. Так, ну вот, убрали заклепочку. Мои руки. Эти руки не для скуки. Так, ну что, поехали. Трынь! Чук! О! На контрасте, чтобы было лучше видно. Так, ну, давайте начнем вот с маски. Маска вот такая. Вот она маска. Тоже с такими же надписями. Материал чувствуется другой немного. Наверное, какой-то переработанный, я так понимаю. Да, скорее всего, это вторичное какое-то использование. Ну, это маски, по сути, одноразовые. То есть, ну, главное, чтобы я, конечно, уверен в том, что они не вызывают раздражения, например, на коже. Но чувствуется, что маски другие. В общем, не тот материал. Так, далее. Зубной набор. Вот. Но здесь сразу могу сказать, я не буду сейчас его распаковывать, щетку пока не буду распаковывать. Я знаю, что там пластик более дешевый, что называется. Это уже точно вторичный какой-то материал, потому что пластик с такими вкраплениями, то есть это переработанный материал 100%. Также вот тут видно зубная паста. И упаковка этого зубного набора, она абсолютно точно разлагающаяся. Она сделана из специального разлагающегося материала. Так, вот ручка Air Astana. Как видите, ручка уже без пластиковой упаковки, как это было в предыдущем наборе. И вот этот пластик, он такой же, как пластик зубной щетки. Вы видите, он с такими точечками, вкраплениями. Вот он, это экологичный пластик. Так, значит, здесь салфетка. Fresh, refresh салфетка. Здесь беруши. Беруши тоже упакованы в такую же экологичную упаковку, разлагающуюся. Вот. Мой любимый момент – это появление вот таких вот одноразовых картонных подставок для планшетов или смартфонов. Если вы летите и хотите смотреть хотите смотреть видео на своем телефоне, или вы летите на Embraer, например, где нет мультимедийной системы, но есть KCTV app, вы можете использовать, то для вот вашего планшета или смартфона вот, пожалуйста, такая подставка. Очень прикольно. Это прикольное нововведение, вот, которое появилось в этих новых наборах. Тапочки вместо носков. Тапочки. Вот тапочки, я могу сказать, однозначно сделаны из других материалов, не из тех, из которых раньше они были сделаны. Ну, я больше чем уверен, что это тоже какой-то экологичный, более быстро разлагающийся материал. Так, ну и мой любимый момент, это, конечно, подушка для шеи. Она была и раньше, они были раньше в наборах, но мне они очень нравятся. И вот мне нравится этот цвет, этот вот... Это, по-моему, вторая такая подушка у меня такого цвета. Мне до этого тоже попадалось. Они бывают еще других цветов. Но мне этот цвет очень нравится, потому что он приближен к цвету Air Astana. Это практически охрист, мой любимый цвет. Очень круто.
На этом наш обзор завершен. Спасибо большое вам за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео. И до следующей недели. Назарларыңызға рахмет.